Театр встречи до. Самый интересный театр начинается до. Внимание. Театралочки собрались мы. Кто-то мои каталоги смог построить вам, и мы разломали много частей. Класс! Как называется? Афинский роман. Афинский роман. Короче, Наташе стоило немножко повредничать о том, что ей что-то нравится или не нравится. Отдавайте самые вкусные. Не моя душа на исходе дня. Пора поет о том, что любовь прошла. Обо мне забудь, не вспоминай меня. Бутылка вина. Не болит голова. Еще и ручки помазать, логоточки. Вот. Зимой это особенно актуально. Я последнее время очень люблю и спорт, и классику. И вот, мне кажется, такой костюм прям очень крутое сочетание того и другого. Посмотрите. Новый костюм от Тати. Сейчас вам оставлю ссылку. Мне кажется, мне очень идет. Очень прикольный. Очень удобный. Смотрите, здесь есть манжеты на рукавах, на брюках внизу. Таким образом, костюм становится более женственным. И у девочек сейчас отличная акция. При покупке костюма вот такой замечательный боди вам достается в подарок. Вам нужно назвать промокод Бородина. Акция действует 3 дня. Имейте в виду. И успейте купить. Получилось? Да. Дальше. Следующий синий? Какой следующий-то? Желтый. Точно, не синий? У вас такое бывает, когда вы болеете, ну, многим не хочется кушать. Это не про меня. А когда болею, мне очень сильно хочется кушать. И я сейчас еду и думаю только о варениках с картошкой и с грибочками. Уже позвонила своим домашним и сказала, ставьте воду скорее. Я купила вареники. Короче, еду и думаю только про вареники с грибами и с картошкой. Больше ни о чем. Так, ну и кто из вас уже побежал и поставил кастрюлю на плиту и достает из морозилки... пельмешки, хотел сказать. Варенички с картошечкой. Есть такие? Так, если такие есть, то давайте сварите и сфоткайте, и отметьте меня. Посмотрим, сколько из вас любят вареники так же, как люблю их я. Только я сладкие не люблю, я люблю с картошкой.
вот так. Эту ручку вверх, а эту вот сюда, вот так. Еще, садись на нее, садись, еще задержи. Вот, вот так, вот так. Встала. Еще раз покажи мне вот это. Раз. А поняла? Давай, понимай. Я уже встала. Хорошо, встала два. И в другую сторону. Не надо раз, два, три, просто встала. И в другую сторону. Раз. Руки. Согни вот эту ножку. Ну согни! Вот вверх, это вниз. Еще сильнее на эту ногу садись. Прям садись на нее. Кажется, проще обезьяну борщ готовить научить. Нет? Давай еще раз, вот отсюда. Господи. И села. Руки вперед. Вперед. Все правильно? Ты чего, губы вытираешься? Он тоже сделал кувырок.